Дима, подписчикам покажу. Забираю вот эту штуковину. Она мне не нужна. Так. Здесь покажу. Дима мне вот такой шедевр подарил. Смотрите, какие здесь штучки. Будь здоров. Кружочки, главное, вот тут, тут кружочки. А вот капельки. Вот меня прям вот это поразило. Нарисовал уже какие-то капельки даже. В ряд они идут такие. Такой шедевр. Я говорю, давай выкинем картонку. А он мне говорит, нет, рисовать на ней буду. Я говорю, ну на, фломастер. Рисуй. Вот что-то тут такое. Что-то, мне кажется, даже корова нарисована. Такой шедевр. Вот сейчас мы с Димочкой будем заниматься. Мы каждый день занимаемся. Я уже не выпускаю ролик, на самом деле. Первый ролик у нас был с буквы «Б». Потом я подумала, что нужно букву «А» таким же образом сделать. Но в итоге мы стали просто изучать алфавит, какой он есть. Вот так вот у нас выглядит алфавит наш. Кстати, очень удобно. Они на магнитиках и отсоединяются. Но я пока еще не отсоединяла. Ну, он знает, что я их... Что, ну, вернее, он знает, что отсоединяет, но я не трогаю пока. Вот так мы проходим весь алфавит. Потом все циферки до 10. Вот. Ну, алфавит он уже весь знает наизусть. Это он еще в 2,5 у меня уже, в принципе, знал. 2,6 даже где-то. А, ну да, 2,6, 2,7 ему было. 2,7 он уже знал. Вот с цифрами у нас проблематично. В принципе, он считать уже умеет. Вот, ну, то, что вот мы моем руки, вот он считает. Но на вид цифры он не все знает. То есть он путает где-то вот тут, по-моему, 7. 7 он, по-моему, пропускает. У него сразу идет 8. Восьмерку он до этого путал. То есть сейчас, ну, немножко проблемы с цифрами. Дальше мы пока не идем это все остальное. Вот, и точно так же мы сейчас учимся с Димой, уже учим слоги. Да, ты открыл мне? Давай, открывай. Вот тут вот. Такая книжка есть. Это мы покупали в Фикспрайсе еще ее. Где она делась-то? Тут вот много разных. А, вот они. Вот они идут. Подожди. Так, Ра еще тебе рану. Ра, естественно, не выговаривает. Так. Где она? А, все? А, ну все, вот она, да. Вот они, слоги идут. Ба, бо, бу, бэ, бэ. Вот эти вот мы сейчас учим. Вот эту страницу мы будем учить, 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 учить. Подожди, подожди. Ну, же он, конечно, плохо выговаривает, а там будет видно. Все, забирай. А, давай покажем книжечку. Вот так это выглядит книжка. Фикс прайсе она продавалась. Так, все, на, забирай. Забирай ее. Вот. И также... И также вот я хочу, не знаю, буду, наверное, делать сама. Вот, наверное, кто помнит, ходили мы в клуб заниматься с ребенком. Там я потом переписала, а вот они, вот такие вот слоги. То есть на каждую букву идет здесь бу, бо, ба, бэ, бы, б. То есть, ну там кубиками она была, кубиками я, конечно, искала, искала, нигде в интернет-магазинах не нашла. Видимо, они сами печатали, наверное, и клеили эти кубики. Потому что, ну, видно такие, что они самодельные. И также идет рядом бю, бё, бя. Но это посложнее. Вот также с буквы В в том же духе. Г, Д, Ж, З, там К. И, короче, вот они все. Вот, кому если что-то там надо, я могу вам все это... А, записать отдельный ролик, наверное. Прислать, писать, не знаю, я буду или нет. А, ну все, здесь вот оно только. Нет, то есть у меня вот такая вот тетрадка. Вот, я планирую, наверное, это все записать в Word и распечатать, чтобы это было в таком нормальном шрифте, в большом. Сама писать я не хочу. Это получится не так красиво, как должно быть. Да, ты хочешь книжку показать? Давай. То есть вот, и тут дальше есть вот такие вот они. Мед, ла, ну уже побольше, это уже потом мы с тобой будем, да? Корова. Так, да, что тут? Все, что ли? Вот, давай начало книжки покажем. 1000 упражнений для обучения чтения. Да, перелистываю. До 2018 года. Ну, показывай.
Девочка. Да, девочка. Ну давай. Ну давай, перелистывай, ждать, сколько тебя будут там. Вот, ну тут вот также есть алфавит, то есть мы сейчас начали и алфавит заново изучать по каждым этим буковкам там, то есть я показываю вот эти вот слова, как оно вот выглядит, то есть, а нет, это другой немножко у нас, да, ну вот, короче, вот так. И также у Димочки, то есть мы сначала садимся, изучаем алфавит, но обычно мы все это делаем с утра, но не каждый день, сейчас, если раньше каждый день это было, то сейчас это через день, наверное, чтобы ребенок еще и занимался, и играл. То есть вот так вот алфавит сначала изучаем, то есть он вспоминает все эти буквы. И потом мы занимаемся, потому что так лучше. И также у меня есть вот такая вот папка, здесь тоже занятия. То есть тут блокнот вот из Fix Price IQ, как раз вот этот. Карточки вот там разные, цветы там изучаем, он вспоминает, уже запоминает это все. Вот, то есть это вот по дням у нас понедельник. Ну вот раньше было так. Там вторник, среда. Вот сейчас пока в разнобой, потому что я пока думаю и хочу, чтобы он и играл в конструктор, и занимался, и чтобы вот он все успевал, да, Дима? Поэтому мы, наверное, с утра с тобой будем играть, а вечером, наверное, заниматься. Не знаю, сейчас посмотрим, как ты будешь вечером заниматься. Закладку нашел. Подожди, сейчас посиди. Посиди, сейчас я покажу. Вот, то есть вот оно вот так у нас идет. Идет, идет, идет. А вот эти я уже писала сама, они не очень красивые, но чтобы он видел сам, само слово, то есть, вернее, картинка, дом, да, и как это слово читается, он чтобы видел. Вот, ну, планирую еще делать. И потом у нас идут вот такие вот, то есть мы занимались до этого с утра, и вечером мы уже животных изучали, вот. Осел, то есть там вот осел, да, животные, там по несколько карточек я разделила, это все я покупала в Читай-городе, на них, кстати, есть обзор. Вот это у нас по вечерам, такие вот карточки, такие у нас занятия. Вот там еще что-то, а еще вот мама моя уже покупала карточки, чашка там, трикота, ложка, да, и вот такие вот, вот они блокноты IQ как раз таки, здесь Дима находит, ну он уже раньше спрашивал, где находится этот, он уже сам тыкает пальчиком и называет. Уже 2,8 Дима. Да, и вот эти тоже мы с тобой... Ну, ты уже тут все знаешь почти. Уже без ошибок. Это тоже вот на каждый день, да, малыш? Красивые вон какие совики сейчас стали. Красивые, да? Вот, и сейчас мы с тобой будем заниматься алфавит. Заново изучать. Ну, не изучать, мы его просто повторяем, этот алфавит. Вот, а потом... Так, не надо ее вытаскивать. Потом ее... Дима. А потом другие слова. Ну, такой у нас еще есть букварик. Здесь тоже есть слоги. Я искала именно, чтобы было побольше слогов, но это очень сложно найти в наше время сейчас. Вот они. Ничего нигде не продается. В магазинах детских книжек со слогами ничего нигде нету. Вот эти вот бэушные книжки мы покупали. Кстати, очень красивая книга. Такая она прям. Вот так Дима занимается. Сейчас мы с Димочкой будем заниматься. Да, малыш? Заниматься будет Дима. Дима! Дима! Привет! Дима! Дима! Ты закладки все делаешь? Да, это мы с папой сделали закладку, да, Дима? Надо было ее показать. И Димочка, там я его рукой написала. Папа, я тебя люблю. Дима. Да? Папе очень понравились они. Надо еще ему закладок наделать. Он любит читать. А то он использует какие-то листочки непонятные. Дима! Ну все, давай заниматься. Сына говорит, мама, мне холодно. Давай одену твою кофту. Ну, я говорю, ну давай. Хорошо, одевай. А у тебя прям как плащ. Рукава чуть-чуть обрезать. И можно как плащ носить, да? Только если бы он был не розового цвета, под мальчика-то как-то не очень. А какой-нибудь здесь это мальчишеский больше, да? Голубенький. Вот так можно ребенку одежду шить. Да? Да, да. Ну отойди туда, посмотрит на тебя. Давай. Туда отойди, подальше чуть-чуть. Еще дальше отойди. Еще дальше. Не-не-не, дальше, 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 дальше. Вот, покрутись теперь медленно. Покрутись. Вот, вот, молодец. Попозируй, позируй.
Как ты позировать любишь? Куда ты пошел? Ну куда ты совсем? Вот, покрутись. Вот он, какой красивый Дима у нас. Вот он, как халат тебе прям, да? Да. Халат можно такой тебе сделать. Да. Тебе такой халат можно сделать? Покупаете, короче, куртку себе, кофту, вернее, домашнюю. Или, а, нет, просто кофту, которая вам нравится. И отдаете ребенку. Будет халат. И кармашки. Где кармашки там, Дима? Кармашки. Вот они. Вот они, кармашки. Вот они. Прям внизу он так находится. Моднячий такой, Дима, да? Моднячий. А сейчас еще на тебя одеть мою кофту, куртку вернее. Так это вообще будет. Вот будешь смотреть. Вырастешь, большим будешь. Скажешь, неужели она мне была мала? Ой, велика, вернее. Что там? Кто там спрятался у тебя? Замок спрятался. Замок себе оделся. Замок спрятался. Дима наряд. Если я еще на тебя свои штаны одену, так это вообще будет. Штаны там. Штаны там твои, да? Дима нарядный. Красивый Дима. Красивый, да? Мы уже позанимались. Поучили даже. Вернее, не поучили, а вспомнили животных. Животных мы уже вспомнили.